Хартикайнен и Сошников. Первая бригада большинства. Еще бросок над перекладиной. Добавление не получается. Закрывает в зоне. Уже 40 секунд катают игроков ЦСКА. Уфимцы 1-0. Хартикайнен. Мне кажется, сейчас будут претензии у Ильи Сорокина, что вроде как там коньком подыграл Хартикайнен. Ну, давайте смотреть. Ну, на мой взгляд, тут все нормально. Не поймешь сразу. Да, добавлять крышку успевает, действительно. Вот бросок Сошникова, кстати, в ногу Манину попала шайба. Ну, хороший гол. Как мы, собственно, и думали. Большая игра нас ожидает. Напомню, что ЦСКА только что Сочи отгрузил 7 шайб, пропустив одну. До этого с Локомотивом тоже было 7 шайб, но на 2 команды. В общем, ЦСКА сейчас интересно. Все, и 2-1. Вот так вот. И опять масочник. Хартикайнен забивает. Все круто получилось. Давайте отметим работу на пятаке. Там привез... Ну, там Ларсон подключился к атаке, он увел защитника вместе с собой. Умар, ух, какой пас. Прошел у него и... Все, Иржи пришел разобраться. И выдает Хартикайнену, но это этот хет-трик. Дубль был, Тему Хартикайнен. Игрок ЦСКА же и отдал эту шайбу прямо на клюшку Хартикайнену. После этого последовал бросок по воротам со средней дистанции. Мы видим, что Секач здесь, конечно же, ошибся. И Сорокин не сумел занять правильную позицию. Это первый хет-трик в этом сезоне у Тему Хартикайнена.